Масштабный и пафосный, а главное мирный автопробег растянулся на несколько километров. Колонна из десятков машин с развивающимися красно-зелеными флагами прокурсировала по улицам Бобруйска. Участники уверяют, они за стабильную и счастливую Беларусь. На батьку! Авто украсили шарами, наклейками и плакатами. Бусы и легковушки, джипы и седаны. Колонна начала движение от Ледового дворца. Сбор в 17:30. Маршрут через весь город. Проехали по Гагарина, Гоголя, 50 лет в ЛКСМ, Крыловой, Интернациональной и Советской. После остановки у Вечного огня. К памятнику участники акции возложили алые гвозди. Мы участвуем в поддержку действующего президента за Беларусь. Независимую, суверенную. Я хочу стабильной жизни. Какая она сейчас? Я хочу, чтобы мои внуки росли в спокойной, красивой, любимой Беларуси. Без войны, в тишине и спокойствии. Я рада, что нас много. Я рада, что такая поддержка нашему президенту. Ну, я надеюсь, что так вот она всегда у нас будет. Участники автопробега убеждены, вечер пятницы можно провести не только дома в кругу семьи, но и вот так в единстве, в колонне единомышленников. Я пожилой человек, поэтому я за стабильность нашего государства. Мы семья. Я сейчас чувствую себя в семье. И у меня семья вся со мной. Автопробеги за мир и стабильность проходят в разных уголках Синеокой. К республиканскому движению на днях подключились водители столицы и областного центра. Город для жизни не остался в стороне. И здесь держат курс на процветающую Беларусь. Мария Бушкевич, Максим Галенко. Итоги недели.